Приведи пленников. Милорд. Дело. Огра. Огра! Огра, иди им. Это еще не конец. Хочу, чтобы ты знала. Я буду любить тебя до последнего вздоха. На орбите ждет целая армада. Они вот-вот начнут вторжение, Фримен. Почему вы так уверены, что великие дома пришли за мной? Им будет интересно узнать мою версию событий. Я Пол Атрейдос, сын Лета Атрейдоса, герцог Аракиса. Гарни. Милорд. Пошли кораблям предупреждение. Если они нападут... Мы уничтожим все поля специй ядерным оружием. Ты сошел с ума. Он блефует. То, что ты хочешь сделать, Пол Атрейдос. Молчать! Мерзость. Сообщение доставлено, милорд. Ты, слуга Империи, должен кланяться мне в ноги. В ноги?! Я подумаю, оставить ли тебе голову! Я возьму твою дочь в жены. Ей ничего не грозит. Мы станем править Империей вместе. Но ты... ответишь за моего отца. Хочешь знать, почему я убил его? Он считал, что решать нужно сердцем. Но сердце дано не для этого. Иными словами, твой отец был слабым. Сражайся или найди заступника. Я здесь, Атрейдос. Дайте клинок. Возьми мой.